Терапевт из Лангепасской городской больницы Савдат Гаджиева стала победителем окружного конкурса «Мисс из высшего общества 2023». Но прежде, в начале марта, она получила титул «Мисс медицина» на городском этапе. Спортсмен! Наконец она просто красавец! В Лангепасе соперницами Савдат Гаджиевой были ее коллеги, медицинские работники, доктора, фельдшеры, лаборанты, медсестры. Девушки состязались в 4 номинациях. Они продемонстрировали свои профессиональные и творческие способности. Набрав максимальное количество баллов, терапевт Гаджиева заняла 1-е место. Друзья, присваивается титул «Мисс медицина 2023 года» Гаджиевой Савдат. Окружной этап проходил в Ханты-Мансийске. В конкурсе «Мисс из высшего общества 2023» у Савдат Гаджиахметовны было 10 соперниц и 4 испытания. Визитная карточка, минута славы, умницы и умнички и дефиле. Во всех доктор из Лангепаса проявила себя на высшем уровне и стала победителем окружного конкурса среди медицинских работников. Коллеги, знаете, вот самое важное, наверное, в этом конкурсе это было проявить смелость. Потому что вообще в целом в округе трудится почти 8500 врачей, 23 тысячи медицинских сестер. И из них немногие нашли смелость сначала поучаствовать в городских конкурсах, да, а потом поучаствовать в окружном конкурсе. Поэтому победа, эта победа, конечно, очень значимая, она очень внушительная. Она очень приятна как и самим обладателям этого титула, да, Савдат, так и приятна, в принципе, нашему учреждению. Савдат Гаджиева работает в Лангепасской больнице 15 лет, но в конкурсе такого уровня участвовала впервые. Участие в таком конкурсе было для меня впервые, и это было очень волнительно. Мы готовились к конкурсу почти всей больницы, собирали медицинский материал, разные отделения нам помогали в сборе для того, чтобы сделать такое красивое, воздушное, весеннее платье. Готовились к творческому конкурсу, вместе с сотрудниками думали о танце, думали о песне, как это все скомпоновать в один номер. Как и принято в таких случаях, Савдат Гаджиевой вручили диадему, диплом и ленту победителя. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров, Даниил Диянов. Наши города.